Около 2,5% составит рост ВВП нашей страны в 2017 году. Такие прогнозы сделали эксперты Евробанка реконструкции и развития. По их данным, в этом году показатель составит 0,7%. Как отметила глава представительства банка, организация делает оптимистичные прогнозы относительно экономического развития страны. Казахстан, по ее мнению, уже прошел спад в нефтегазовой отрасли, а инфляция достигла своего пика. Основными же движущими силами роста в стране стали антикризисные меры и принятые реформы. Поскольку банк работает во всех отраслях экономики и практически во всех регионах Казахстана, мы знаем страну лучше, чем многие другие международные организации или донорские компании. Положительный результат для развития страны, в частности, дают программа «Нурлы-Жол» и инфраструктурно-инвестиционная программа в рамках ЕАЭС и ВТО. И сегодня же в столице проходит выставка индустриально-инновационных проектов. Свои идеи и разработки представили 70 казахстанских компаний из всех регионов страны. Проекты разделили по нескольким направлениям: агропромышленный комплекс, стройиндустрия, транспортная инфраструктура и другие. А за активную деятельность наградили лучших иностранных инвесторов. Церемония прошла при участии министра по инвестициям и развитию Жениса Касымбека. Награду от ведомства за вклад в индустриализацию и развитие высоких технологий получили 10 зарубежных компаний. Основная задача всегда была превратить Казахстан в этом регионе в определенном смысле магнит для инвестиций. Одним из результатов явилось то, что с прошлого года для 19 стран, это основные наши инвест-партнеры, в одностороннем порядке Казахстан ввел безвизовый режим. С 1 января 2017 года для 55 стран будет введен в одностороннем порядке безвизовый режим. 2 года назад мы решили инвестировать более 40 миллионов долларов в строительство завода по нарезке труб для трубопроводов в нефтегазовой сфере. Сейчас на предприятии работает 40 казахстанских специалистов. В планах увеличить эту цифру до 90. Я считаю, что в стране создан благоприятный инвестиционный климат. Мы работаем здесь уже более 14 лет и надеемся, что будем развивать наше сотрудничество в будущем.